Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда можете рассчитывать на свежие новости, полезную информацию и абсолютно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. Как я говорил, я стараюсь быть полезным для каждого из вас, и сейчас на ваших экранах бонус-код. Данный бонус-код имеет срок годности. Вводите данный бонус-код и получите как минимум 200 тысяч серебром и прем-аккаунт. Если вдруг вам повезет, то получите еще дополнительные вкусняшки. Некоторые игроки писали мне по поводу того, что вводя данный бонус-код, они получали еще и танчик третьего уровня себе в коллекцию. Поэтому здесь, ребят, я не уверен в отношении того, что прям все игроки получают данный танчик, но, глядишь, может, вам повезет, это действительно рандомное выпадение. Если вдруг вы не знаете, как вводить бонус-код, все очень просто. Если вы играете с телефона либо с планшета, заходите в настройки, и на главной странице настроек, с правой стороны внизу, ниже красной кнопки «Выйти», вы найдете «Активировать бонус-код». Если вдруг вы играете с компьютера либо с ноутбука, то тут тоже, в принципе, сложностей не будет. Нажимаете ниже красной кнопки в настройках «Поддержка», попадаете на страницу службы поддержки. В правом верхнем углу вы будете видеть свой игровой никнейм аккаунта, с которого вы зашли в эту службу поддержки. Кликаете на него и в списке выбираете «Активировать бонус-код Wargaming». Открывается диалоговое окно, и дальше, ребят, внимание! Как с телефона, так и с компьютера обязательно вводите бонус-код именно так, как он прописан на экране. Заглавные буквы должны быть заглавными, дефисы должны быть на своих местах, никаких лишних подчеркиваний, пробелов и чего-либо другого. Короче говоря, полностью буква в букву, символ в символ. Дублируете то, что видите на экране, в диалоговое окно нажимаете «Активировать», ну и ждете, соответственно, начисления. Если вдруг вы ввели данный бонус-код и вы ничего не получили, ребят, пожалуйста, воздержитесь от гневных комментариев. И еще раз напоминаю, бонус-код имеет срок годности. И, возможно, вы вводите его после того, как срок годности бонус-кода уже истек. Я постарался выложить данную информацию максимально оперативно. Ну а насколько оперативно вы ее получили, это уже вопрос, наверное, не ко мне. Для того, чтобы ничего не пропускать, для того, чтобы быть всегда в курсе новостей и всегда не пропускать новые видео у меня на канале, прямо сейчас подписывайтесь на него, жмите на колокольчик и обязательно в настройках уведомлений выберите все уведомления, как это изображено сейчас на экране. Я побежал снимать специально для вас, ну а вы, друзья мои, возвращайтесь, пожалуйста, на канал. Мира вам, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.